Владистанская, братва. Ну, что я могу сказать? У стримера окончательно поехала кукуха. Как вы знаете, я уже делал open case, где открывал 30 кейсов на крушителя. 30, братик, тридцаточку. Сначала открыл 15, которые я купил. Пососал шиша. Потом купил еще 15. Еще глубже пососал шиша от картохи. И у меня уже просто тряска. Друзья, я действительно впервые, когда только знакомился с игрой World of Tanks Blitz, я играл на этих танках. Крушитель, уничтожитель и так далее. И крушитель мне дико понравился. Вы помните, что я постоянно говорил, что очень сильно хочу себе получить этот танк. В других кейсах собери их все. Я открывал, тоже пытался его выбить. Но мне удача не улыбалась. И я очень сильно себе хочу этот танк. Да, возможно, я еще не сильно влился в World of Tanks Blitz. Еще не так много боев здесь провел. Боев-то у меня действительно здесь кот наплакал. Но этот танк я себе очень сильно хочу. Это прям моя мечта уже. Навязчивая идея. Я не знаю. Называйте кто как угодно. Но, опять же, ребят, я хочу продолжить эту охоту за мечтой. Как бы это ни звучало, да? Вот, и достать крушителя. И потом я, наверное, сделаю отдельный стрим на нем, если мне повезет. Пожалуйста, картош, я тебя умоляю. Дай мне этот шанс. Всего лишь 3% шанс выбить его. Но, пожалуйста, особенно обидно, когда тебе все пишут, что он там открывает 2 кейса, ему чуть ли не 2 из 2 выпадает крушитель. Вот эти 15 контейнеров крушитель. Шанс 3%. Пожалуйста, картош, я всю голду слил. У меня было 45 тысяч голды, я уже 30-ку слил. Еще сейчас 15, 45 кусков я слил, и чтобы вам это тоже показать на видео. Да, предыдущий open case, где я открывал крушителя, собрал не так много просмотров. Ну, действительно, я с World of Tanks Blitz только знакомлюсь, поэтому у меня аудитории еще с этой игры нету и мало просмотров, соответственно. Но вы даже там накидали овер до хера лайков и овер до хера комментов. Поэтому, ребят, здесь сделайте то же самое. Пожалуйста, поддержите Владина! Как же я хочу себе достать этот танк, вы даже не представляете. Как же я обрадуюсь, если все-таки он мне выпадет. Еще целых 15 кейсов. 15, братанчик, 15 кейсов. Давайте начинать. Что называется, с сербом, да? С сербом. Давай, сербушка, родной, принеси мне удачу. БГ, не подведи, пожалуйста! Крушителю, давай! Серое говно. Начало, конечно, так себе. Блин, я боюсь, если честно, дальше открывать. Может, просто оставить их и где-то через годик зайти. Давай, крушитель, 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 приди! Сертификат, но как бы неплохо выпало, действительно неплохо. Чё ж греха то и целых 3 сертификата на 28 тысяч единиц свободки. Часть сертификата на один день премиум аккаунта и X20 бустера боевого опыта. Неплохо выпало, но это не то, что мне надо. Пожалуйста, ну, пожалуйста, давай. Давай. Серая говна. Блин, ну это так будет обидно. Прикинь, 45 кейсов не выпадет. Это ж, ну это ж вообще будет жопа. Это реально будет жопа, брат. Давай, давай, 3%, пожалуйста. Я не знаю, может здесь лимит какой-то есть. Вы помните, в предыдущей серии, если вы ее не смотрели, обязательно гляньте. Ссылочка будет, ну, в конце. В конце будет ссылочка на ваших экранах. Обязательно гляньте, я там открывал еще кейсы с Брит Пантеры. 25 кейсов выпал. Из 25 кейсов он мне 2 раза выпал. Поэтому, что называется, может, я всю свою удачу, всю свою ману там потратил. Вот кто из экспертов, что называется, в области open кейса, можете поделиться инфой? Может, действительно все-таки оно просто там пару раз танк выпадает и все, до свидания. А неважно, с какого-то кейса. Бля, один сертификат на 28 тысяч единиц свободки. Ох, зимой, я уже разобрался, вы мне написали в комментах, спасибо вам за это. Зимой, короче, как я понял, open case можно делать за счет свободки. 50 тысяч свободки, вы что-то такое писали, да? Один кейс, и там вот эти шары новогодние, с которых танк выпадает. 9 кейсов, ну пожалуйста, картошечка, давай! Я не понимаю, что мне можно сделать. Я не знаю, может мне open case сделать пяткой? Помните, я когда-то в CSGO открывал вот эти кейсы CS-ные пяткой? Вот, давай пяткой открыл. Оу, you touch me, тра-ла-ла. А тебе даже моя нога не устраивает, собака. Чем же тебе открыть? Я сейчас с жопой сяду на мышку. А, кстати, это идея. Не, ладно, давайте носом. Давайте носом. Может, у меня нос удачу приносит. Давай, раз, два, три. Может, у меня нос удачи приносит?
Ну, кстати, 2 сертификата. Короче, задабривает картоха, пытается задабривать. Так, чем еще можно открыть? Чем еще можно открыть? Давайте подумаем. Блин, а реально, давайте я жопой сяду сейчас. А, не, подожди, у меня не дотянется мышка. Давай альбом. Сейчас, подожди. Давай. Крушитель, приди. Заново, да? Собака, не, лоб у меня вообще невезучий. Я не знаю, чем еще открывать. Может, ухом? А ну, давай ухом. Оп. Давай! Собака, сутулая, я, как же ты меня бесишь! Просто ушатал бы вас, казиношных мамкиных драников. Ладно. Хорошо. Спокойствие. Давай с локтя. Бам! Давай, вот этим локтем. Бля, я этим локтем вам кабину просто прочешу, мамкин драники. Ну, всего 3 осталось. Ну, что такое не везет и что с этим делать? Ну, вот не везет и все. Вот картошка просто в ноль мне этот шанс сделала. И вот килограмм можно сливать и нихера не будет. Просто вот в ноль, просто шанс в ноль. Давай я вот так вот скипну. А, скипнул, проверяй. И еще. Последний кейс. И хоть хер тебе. Сори за мой французский. Бля, чат, я не понимаю. Ну, я не понимаю. Я просто не понимаю. Я проклят, вы понимаете, что я проклят? Я не знаю, я сейчас ва-банк пойду. Я сейчас просто пойду нахер ва-банк. Я не знаю, меня просто трясет. Остановись, стример, остановись. Я не могу, у меня просто дикая тряска. У меня дичайшая тряска. За 3500, а это что за кейсы? Я буду сейчас... Я не знаю, что мне делать. Я уже просто начинает клинить. Меня просто клинить начинает. А что из этих кейсов? Содержит 20 сертификат вероятностью. Из 106 премиум 5%. Блин, может вот эти открыть? Так, ну тут, кстати, вот поинтереснее есть. А ну сейчас дайте я одну секунду подумаю. Короче, я еще буду открывать. Я не могу, я поехал. У меня все, у меня кукуха, ребят, попрощалась со мной. В общем, друзья, самое время написать в комментариях, что стример совсем больной, что стример совсем поехавший, прям, ну, максимально. Дело в том, что я задонатил еще голду в эту вонючую игру, и я покупаю еще 15 кейсов с крушителем. Боже правый! Если оно сейчас не выпадет, ребят, ну, я тогда самый главный неудачник World of Tanks Blitz за всю историю, самый главный. Я уже не могу, чувак, меня просто клинит. Ну, оно, наверное, не выпадет все равно. Смотрите, если из первых 5 не выпадет, то оно не выпадет потом 100%. Эти сертификаты, я не знаю, я ими уже обмазался, конечно, но толку нету. Блин, короче, я этот танк все равно не смогу, да, поиметь. У меня такое было в World of Tanks на Новый год. Когда я доставал с тайпа 59-го, я открыл тогда миллиард кейсов. Я открыл невероятное количество кейсов. И он мне так и не выпал. Он мне выпал со 150, по-моему, кейса, где-то так. Я очень много открывал. Ну все, 9 кейсов открыло. Все, оно не выпадет. Оно не выпадет 100%, я уже знаю. Если оно вначале тебя не прокнуло, все, оно и не прокнет. Короче, не увижу я здесь этого крушителя. Ребят, я 60 кейсов открыл, и нихера. Прикинь, 60. 60 кейсов, картошка! Не вздумайте донатить в эту помойку. Не вздумайте никогда, ни при каких раскладах, донатить в эту помойку. Здесь нереально что-то выбить. Просто нереально. Я 60 кейсов открыл. 60. Ну, вы просто вдумайтесь в это. Я 60 кейсов открыл, у меня аж вебка залагала. Сейчас, одну секунду. Блин, я вам даже передать не могу, как же хочется испытать вот эту радость получения танка после того, как ты так долго не мог его достать. Но этой радости мне не суждено испытать. Я не знаю, сколько мне их надо открыть. Я не знаю, сколько мне этой вонючих кейсов надо открыть, чтобы достать крушитель. Мне их 1000 надо закупить, или сколько, или 10 000. И то не факт, что оно мне выпадет. Но это просто жесть. Это просто жесть, ребят. Я не знаю, сколько мне их открыть надо, чтобы он выпал. Ну, как я и сказал, если оно с первых 5 не выпало, оно уже не выпадет никогда. Ну, это тильт. Это реально плюс тильт. Это реально плюс тильт, чуваки.
Я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Я надеюсь, что вы увидите мои ошибки. Я надеюсь, я очень сильно надеюсь, что вы увидите то, как это вонючее казино выманивает из вас деньги. Как это вонючее плешивое казино выманивает из вас деньги. И ну, что шансов вообще нету. Ни малейших. Ни малейших шансов вообще нету что-то отсюда достать. Ни малейших. Не ведитесь на вот эти все рассказы, что «О, я два там получил, и мне два купил, и мне сразу выпало два из двух». Просто не ведитесь, запомните. В это казино никогда в жизни не несите ни рубля, оно того недостойно. Вот. Вот это говно, кстати, вы писали, что там средненький танк. Средненький, значит, он отправляется в продажу. Ну, в общем, друзья, я надеюсь, что на очередном моем примере вы увидите, что не стоит макаться в это казино, ни в коем случае не стоит тратить ваши деньги. И, ну, это просто жесть, я 60 кейсов открыл, 60, вы просто представьте, просто вдумайтесь в это. Я открыл, сука, 60 кейсов, 60, и мне не выпало ни хера, просто на воротник кое-что мне выпало. Ребят, учитесь на моих ошибках. С вами был Бладян, прожмите, пожалуйста, лайк, чтобы меня хоть немножечко подбодрить. Напишите, пожалуйста, комментарий. И оформите подписку на канал. Просто хотя бы, чтобы немножечко меня подбодрить. Вот если вам чисто по-человечески меня жалко, прожмите лайк.